Всем привет! Сейчас сходили мы в магазин и находимся в небольшом шоке. Открыли у нас тут неподалеку магазин «Светофор», большой такой маркет. И хотим сейчас показать вам, что купили. Цены просто шокирующие. Лапша. Как доширак, да? Но стоила она 17 рублей. Лавровый лист. Стоил 8 рублей всего. Сыр. Вы посмотрите, 141 рубль вышел всего. Вес кило 200. Вот такой вот сыр. Тяжелый. Майонез Рича, или как он там? 800 грамм стоил 60 рублей. Представьте, 60 рублей всего. Вот, друзья, скажите, сколько вы чебуреков купите на 54 рубля? Здесь их 7 штук. Вес 700 грамм. 54 рубля. 7 чебуреков, 700 грамм. Вы тесто не купите за 50 рублей. Приправа универсальная. 10 овощей. Полкило. Стоило тоже в районе 50 рублей. Сельдь атлантическая. 250 грамм. 33 рубля. Три пары перчаток прорезиненных для работы мне. 50 рублей. Хотя пара стоит в обычном магазине 35. То есть тоже выгодно. Колбаса. Вот такой батон. Вышел всего 89 рублей. Вес 770 грамм. 770 грамм. 89 рублей. Вообще. Тушенка говяжья, 325 грамм, стоила 44 рубля. Вот такие вот красивые вкусные печеньки. 600 грамм, стоили всего 75 рублей. Пиздец, коробка 75 рублей. Они такие вот вкусные, короче. Карри. Вот такой вот соус карри, 260 грамм, стоил 38 рублей, 260 грамм. Карри любим, вкусный карри. Да, сметана, ведро сметаны, посмотрите. 900 грамм, всего 68 рублей. Целое ведро за 68 рублей сметаны. Да, в общем, посмотрите, вот это все. А, еще забыл. Три десятка яиц стоило 108 рублей. То есть мы яйца здесь не положили, но это еще сюда входит. Три десятка яиц, 108 рублей. Так, итоговая сумма 850 рублей. То есть еще три десятка яиц, предположим, да, и всего 850 рублей. Посмотрите, сколько всего. 850 рублей. Шикарный магазин, всегда буду туда ходить. Нам очень понравилось, очень дешевые цены. Кстати, еще что я добавлю. Чипсы, я просто охренел. 300 грамм пачка, вот такая вот. 300 грамм, 80 рублей. Там любые, сыр, бекон, там сметана, ну, всякие разные там. Вот там пачка вот такая, реально, мешок 300 граммовый, 80 рублей. Там все дешево. В принципе, отличный магазин. Дальше будем еще там покупать что-то, показывать. Возможно, даже схожу с камеры, там поснимаю, посмотрим. Короче, большой громадный магазин, все там дешево, все и хорошие, интересные продукты. Так что будем дальше снимать, показывать, покупать, пробовать, говорить вкусно, невкусно. Ну, собственно, вот спасибо за просмотр. Всем пока.